Ребят, хотел на такую тему поговорить, как где брать грузы, да? Вроде тема-то хорошая. Как начать работать, когда ты купил, допустим, машину, да? И вот не знаешь, где брать грузы. Да, первое, что у нас выходит на обзор, это получается диспетчер. Что вы можете, допустим, предпринять? Да, есть диспетчера, их можно найти легко, допустим, в интернете. Вот, они все там есть. Либо у знакомых, у каких-то там поспрашивать, там кто-то что-то подскажет и все, и даст вам номера, будете работать. Поэтому это все хорошо, это все замечательно. Но опять же, диспетчеров надо. Вчеров надо знать в лицо, знать вообще, обманут они вас, не обманут. Ну, то есть, как я сам сталкивался, да, всякое бывало, поэтому, ну его нафиг. Сейчас диспетчеров-то много развелось, почему и ставки-то упали, ребята. Все от того, что на один груз очень много желающих получить с него процент, вот и все. Более раньше было заказчиком напрямую, люди работали, фирмы, там, ну, не как сказать, с автоколонной, да? Человек приходил в автоколонну и обращался, типа, вот, тудым-то, сюдым-то, надо мне перевезти груз. Они, да не вопрос, перевезем, все, машин там у нас много, на любую машину все было. А сейчас как? А сейчас кинули в IT, да, и все, а там 10 человек, и поэтому хрен его знает, короче, что кому и за что это все поедет. Поэтому вот такая вот фигня, ребят, получается. Следующее, можно самому как бы искать на IT, зарегистрироваться, все, и поехали кататься, да, все там по IT, сайт такой грузоперевозочный, вот. То бишь, как-то так, войти, там зарегистрировались, сделали там ИП, открыли, все, и начали потихонечку. Но это накладно. Вот я работаю, да, у меня ИП нету, я работаю с диспетчерами и по возможности, что имею, сам какие-то загрузки знаю, все. Вот. Поэтому, ребят, еще такой, это уже IT, это второй момент, третий момент. Можно сделать, обойти там, я не знаю, если вы хотите ездить по городу, обойдите там все рынки, там, я не знаю, строим вот эти всякие базы и все такое. Вот. Может где-то что-то ваши оставить им контакты, потом позвонят, поедете, будете возить. Вот. В первую очередь по всем знакомым, по всем просто родственникам, чтобы они все там всем растаскали, разговорили, что у вас есть такая-то машина и вы можете что-то возить. Вот и все. Вот. Как бы тоже фактор такой. Это третий. Ну, остальное я не знаю, ребят, работать. Есть много всяких сайтов там. Автодиспетчер там везет всем там. Ну, допустим, да, их много. Просто можете зайти в интернет и набрать там. Сайты грузоперевозок. У вас там высветится их просто уйма. Поэтому, как бы, хозяин-барин, только хочет, так и работает. Но первый раз, чтобы вот реально, надо сначала, если хотите купить машину, сначала поищите хотя бы недельку позанимайтесь тем, что где вы, с кем вы будете работать, да? Тем же диспетчеров найдите, как-то еще, чтобы когда вы купите ее, чтобы у вас время уже шло на прибыль, а не на убыточное время, понимаете? Отсюда-то и весь результат. Купили машину, появилась сразу работа, поехали, все, работать нормально. И самое главное, иметь какой-то запас денег. Вот, что если машина сломается, да, срочно, а вы уже начали работать с кем-то, то вы ее должны очень быстро починить. Вот. Потому что, ну, реально, иначе вы выйдете из колеи, и эти люди позвонят просто другим перевозчикам, и все, и поедут ваши денежки к другому человеку. Так что, как-то так, ребят. Ну,
не знаю, в завершении еще что сказать. Что еще в завершении можно сказать? Ну, да, я вот так вот работаю. У меня есть диспетчера, вот, причем знакомые хорошие, с которыми я работаю. И тем самым, Таня, да, Таня, привет, диспетчер. Вот, Таня смотрит мои видео. И все. И, короче, вот таким вот образом и макаром как-то работать. Иначе полная ерунда будет. Все. А у меня получается, у меня два, да, у меня есть диспетчера. Вот. Есть еще знакомые диспетчера, но я как бы с ними не работаю. Вот. Поэтому поработали мы с ними. И есть у меня немного постоянных хотя бы там клиентов, которые также мне могут позвонить и сказать там, алло, малё, там Костя, надо нам перевести. Как бы это тоже, я считаю, неплохо, хотя это не предел. Это не предел, поэтому надо больше таких людей знакомых, больше как-то что-то, поэтому можете визитки сделать. Вот на самом деле я давно уже хочу их сделать, все никак руки у меня не дойдут. Визитки — это тема-то клевая. Приехал, допустим, на этот человек или пришел, дал ему визиточку свою, да, все, сказал, ребят, ну, будет груз, не вопрос, звоним. Вот, и все, как бы вот так вот. Поэтому что в завершении сказать? Покупайте, если хотите работать, покупайте машину, ищите клиентов, ищите там диспетчеров. Вот, если вам это нравится, работайте, ребят. Как я работаю, как многие вот работают. Работайте. Пытайтесь. Все получится. Я думаю, у вас все получится. Так что, кто смотрел это видео, всем большой удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот такие вот большие. Вот. И всем еще раз большой удачи. Пока.